Не отмена, а ужесточение санкций, возможно, грозит в ближайшее время Северной Корее. КНДР готова к совершению 6-го по счету подземного ядерного взрыва и способна провести его сразу после приказа Ким Чен Ына. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Южной Кореи. Ситуация на Корейском полуострове обострилась в прошлом году после 2 ядерных испытаний и запуска больше 20 баллистических ракет. В этом году КНДР также несколько раз запускала ракеты. В последний раз, 6 марта, они упали в исключительно экономической зоне Японии.